Что скрывается за каждым мазком великих произведений искусства? Мы исследуем, как глубокие личные переживания и внутренний конфликт превращаются в великолепное произведение искусства. Какие тайны скрывают их знаменитые полотна? И могут ли их истории вдохновить вас сегодня? В новом выпуске «Скрытой красоты» мы открываем тайны, стоящие за шедеврами великих художников. От Микеланджело и Тициана, чьи личные трагедии превратились в поразительные художественные образы, до самого Леонардо, мастера, чьи работы полны загадок. Эти истории покажут вам другую сторону красоты, где каждый цвет и линия представляет собой настоящий ящик Пандоры.